Дональд Бисетт. Про поросенка, который учился летать. Однажды поросенок, а звали его Икар, пришел к волшебному источнику и попросил: «Исполни, пожалуйста, мое желание». Поросенку давно уже хотелось научиться летать, и даром его звали Икар. «Если тебе очень хочется, я могу сделать так, что ты полетишь», — сказал волшебный источник. «Только для этого тебе сначала надо превратиться в птицу». «Нет, я хочу быть поросенком. Поросенком, который умеет летать», — сказал Икар. «Но поросята не могут летать», — возразил волшебный источник. Икар очень огорчился и пошел домой. По дороге он думал только об одном. Как бы все-таки научиться летать? На другое утро, пораньше, он отправился в лес и попросил каждую птицу дать ему по перышку. Ну, конечно, они ему дали. «Наверное, ты хочешь научиться летать?» — спросили птицы. «Да», — ответил Икар. Он склеил перья воском, и получились крылья. Потом поднялся на вершину горы у самого берега моря. За ним следом взобрались туда кошка, мышка, птичка и два кролика. Целая компания жуков и даже улитка. Всем хотелось видеть, что у него получится. Икар привязал крылья, взмахнул ими и полетел. Вот это было счастье. И все зрители тоже радовались. А самый маленький жучок чуть не умер от восторга. Икар поднялся высоко-высоко, почти до самого солнца. «Ай да поросенок! Ай да молодчина!» — нахвалил он себя. А волшебный источник еще говорил, что поросята не могут летать. Могут! Но от солнечного жара воск растопился, и крылья по перышку полетели вниз, а за ними следом и сам поросенок. Он несколько раз перекувырнулся в воздухе и плюхнулся в море. Бедный Икар совсем промок. Хорошо еще, что он благополучно доплыл до берега и бросился бегом домой к маме. «Не огорчайся, мой маленький Икар», — сказала ему мама, — «ведь ты все-таки летал». И она крепко обняла его. Все друзья пришли к нему в гости, и мама приготовила им чай с пирожным и джемом. Поздно вечером Икар побежал к волшебному источнику. Он перегнулся через край колодца и, глядя на крохотный кружочек воды на самом дне, сказал: «Ты прав, поросята не могут летать». И по щеке его скатилась слеза. «Выше голову», — сказал волшебный источник, — «ты все равно молодчина».